Полуостров Мангышлак. Сегодня это один из самых посещаемых туристами регионов Казахстана. И с каждым годом поток туристов увеличивается с колоссальной скоростью. Есть много причин, по которым путешественники выбирают полуостров сокровищ. Мангышлак привлекает своей неповторимой первозданной природой и чистыми водами Каспия. Красота полуострова сурова и контрастна. На этой древней земле соединились воедино все виды полупустынь нашей планеты. Регион, в котором есть то, что как магнит манит сюда путешественников. Дикая, девственная красота. Мангистау не похож ни на что. У путника складывается впечатление, что он попал в далекое прошлое нашей планеты. Космические пейзажи Кимберли-Сора. Скалы-останцы, возвышающиеся над солеными озерами. Величественные чинки плато Устюрт, приморские дюны, гигантские барханы Тиесу, поля загадочных шаровидных конкреций, артефакты Великого океана Тетис и меловые горы, напоминающие скульптуры Древнего Египта. Путешественник, впервые посетивший Мангистау, называет его «другая планета». И это удивительно точное сравнение. Бескрайние и безлюдные просторы полуострова напоминают инопланетные пейзажи. Как будто время здесь остановилось. Туристические маршруты проведут вас по сказочным местам. Самые известные достопримечательности Мангистау уже широко известны. Они стали визитными карточками региона. Гора Шеркала – один из главных символов Мангистау. Овеянная легендами гора Останец украшена ожерельем шаровидных конкреций невиданных форм. С юга она напоминает гигантскую юрту, а сверху – причудливую медузу. Недалеко от Шеркалы расположена долина замков Айрахты-Шаманай. Воспетые Тарасом Шевченко, эти песчаные замки привлекают ежегодно тысячи туристов. К западу от Шеркалы путнику встретятся пестроцветные глины Какала, необычное глиняное образование горного хребта Каратау. И самое загадочное в Мангистау – поля шаровидных конкреций в местечке Торож. До сих пор ученые не могут объяснить, как и каким образом были сформированы эти удивительные природные скульптуры. На северо-западе полуострова находится удивительное явление природы – оползень Жигалган. Огромный пласт земли, подмытый водами Каспия, провалился на 50 метров, образовав гигантскую чашу. На дне оползня можно встретить древние камни, запечатлевшие следы ископаемых животных. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на оползень и залив. Двигаясь вдоль берега моря в сторону Актау, вы увидите великолепные пейзажи. Каньон Тамшалы, создающий летом мягкую прохладу, а зимой превращающийся в ледовый водопад. Дивная голубая бухта, украшенная величественным чертовым пальцем. Черная жемчужина Мангистау, озеро Саура, в котором обитают реликтовые черепахи. Диковинные пляжи Адайского вала привлекают своей первозданной красотой. На юго-востоке полуострова находится величественный Кимберли-Сор, огромные останцы которого напоминают космические корабли, приземлившиеся на соленом озере, которое бело-голубыми тонами переливается на солнце гигантским зеркалом. Плато Устюрт поражает своими чинками, скалами-останцами, каньонами и обрывами. Если повезет, вам встретятся эндемики этих мест – устюртские уреалы. Передвигаясь на север, вы попадаете в одно из самых удивительных мест Мангышлака – урочище Бозжра. Величественные меловые клыки возвышаются над бывшим дном океана Тетис, как диковинное чудовище. Гора Бокты напоминает своими формами перевернутый Ноев ковчег, а цветовая палитра слоев показывает, как формировалось дно океана за миллионы лет. С другой стороны, гора напоминает величественную пирамиду. Самое удивительное в этой местности – это мел красного цвета.
Местность Кызылкуп своими очертаниями напоминает гигантский лабиринт, по которому бродили динозавры. Истинная красота этого лабиринта открывается с высоты птичьего полета. Пески Тюесу – это внушительные по размеру барханы, которые соседствуют с поселком Синяк. Высокие и плотные пески после дождей переливаются, как россыпи золота. На северных чинках плато покоится гора, напоминающая наконечник копья – Найзатау. Покрытая чешуйчатыми конкрециями, она напоминает гигантский клык, вспоровший борт чинка. Рядом с горой расположено интересное каменное сооружение, напоминающее Стоунхендж в миниатюре. Это одна из уловок древних охотников, которые охотились на сайгаков. Недалеко от главной автострады, в районе подъема Моната, скрывается истинное чудо Мангышлака. Величественное творение природы, ее главных зодчих, воды и ветра, Сортус-Баир. Вдоль гигантского мелового обрыва покоится соленое озеро. Обрывы Тусбаира разрезаны промоинами, которые образовали величественные скульптуры, напоминающие статуи Древнего Египта. Украшает меловое великолепие громадная полуарка, подпирающая созданный временем храм красоты и величия природы. Рассказать в коротком фильме о всех чудесах полуострова невозможно. Поэтому мы приглашаем вас самих совершить новые открытия на этой овеянной легендами земле. Мангистау, величественное чудо Казахстана, принимает с открытым сердцем и дарит путешественникам яркие впечатления и память на долгие годы. Добро пожаловать в другой мир!